Так, я сейчас нахожусь на клиенте в папке Linux Course STP Client, и у меня есть один файл. Посмотрим его содержимое. Отлично. Зайдем теперь на сервер, как мы уже делали. Пароль я не ввожу, потому что у меня подключение по публичному ключу. Там также есть папка SCP Server, в которой есть один файл. Выйдем в сервер и давайте попробуем при помощи команды SCP обменяться файлами между клиентом и сервером. Сначала скопируем файл клиента на сервер. Вводим SCP, порт, путь до файла, в данном случае это просто файл, и адрес сервера с логином, а также путь на сервере. Я адресуюсь относительно домашней директории на сервере. Запускаю копирование. Файл полностью скопировался. Поскольку он маленький, то мы даже не успели оценить скорость копирования. Попробуем скопировать обратно. Я ввел опять адрес сервера с логином, путь до файла, который я хочу скопировать, и путь на клиенте. В данном случае это просто точка, то есть скопировать текущую директорию. Файл скопирован. Давайте проверим его содержимое. Отлично. Проверим на сервере. Копирование успешно завершилось.